Всем привет, меня зовут Виктор, ну а это продолжение прохождения Lords of the Fallen, или Лорды Падших, или Падшие Лорды, как еще вам удобно, так и переводите. Я, короче, здесь маленечко проиграл вне видоса, и, ну, если вы помните вот того рогатого мудака, я его, короче, убил, который был в цепях. Я его взял и убил. Вот как-то так. Как-то так. В общем, если у вас такие же были, блядь, проблемы с поиском, как к нему там подойти, я сейчас покажу. В общем, отсюда, вот с этого места вы можете просто щемануть вот сюда. Здесь надо будет отпиндерить вот этого вот говногрыза. Ну, тут лучше подхилиться. Потом идем вот сюда. Идем вот сюда. Раз. А кто там, блядь, меня огоньки пускает? О, блядь, а ты-то откуда там выебался? Взялся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, короче, сюда, а потом вот сюда. Вот сюда. И вот здесь по ступенькам. Ой-ой-ой-ой, блядь, я опять забыл про тебя. Опять про тебя забыл, извини. Вот, а здесь по ступенькам, короче, спускаетесь, мочите всех этих уродов, которые здесь есть. Вот, а потом получилось, что я замочил, блядь, и этого. Вот, выбрав диалоги, короче, я его убью. Этот хер подпрыгнул, блядь, до уровня головы и мечом ему просто в башку нахуй вонзил. И убил его. Все. Вот как-то так, понимаете. Ну. Я просто... А, ну и баба меня, короче, вот там, которая со мной-то там шарилась, эта баба. А она, короче, теперь меня не может видеть. Говорит, уйди с моих глаз, подонок, мерзавец, негодяй, скотина. В общем, всеми бранными словами там меня обзывает. Не рада, в общем, тому, что я убил этого чудика. Ну, а что поделать? Рада, не рада, блядь. Так, теперь мне надо на ту сторону перебраться. Теперь мне надо перебраться на ту сторону. Магический осколок. Да неужто? Где она? Ой, летучие пауки. Теперь, блядь, самое сложное найти, как на ту сторону перебраться, чтобы к этому... Так, тут, по-моему, нет прохода, да? Или есть? Или нет? О, нет. Открывай калитку.
О, блядь. Как я тут до сих пор еще не пошарился-то? Вечная легенда, нагрудник тяжелый и сокрушитель, двуручный топор. Вечная легенда. Так, давай-ка. Ага, 67 и 30. Ну, а тут 70, да? Так, подожди, что это будет? 143. Ну, блядь. Как бы помощнее, да, стал. Еще руну можно туда вставить. А сюда можно вставить? Нельзя, да? А сюда, тут хуй его знает. Так, тогда, если можно сюда вставить руну, тогда нам надо снова найти этот наковальню. А у меня уже все. У меня вот вызвать этого беса. Чем я могу тебе помочь? Мастерить. Использовать руны. Так, нам нужно вот эту. Отсюда вот эту вот. Убрать. Как называешься? Руна. Хотя знает. Высшая руна удачи. Окей. Так, теперь мы сюда. Высшую руну удачи воткнули. Чудненько. Здесь у нас что? Мой топор, двуручный топор, да? Кодекс, двуручный меч. Ну, ты будешь медленно махать, да, там? Естественно, будешь медленно махать, двуручный меч. Так, сокрушитель. Так, отметина и хребторез. Блять, почему у вас руны-то нельзя вставить? Чё за хня-то вообще? Что за хня? Ну, нельзя руны-то в вас ставить. Я вставил в вас руны, и было все окей. Так, погодь, мне надо найти, блять, отсюда этот. А! Охуенно нашел. Вот это, блядь, меня сейчас подъебало. Вот это-то я сейчас... Точнее, даже не подъебало, а подъебался, блядь. Пиздец, как жестко я подъебался-то. Сейчас этих дырявых пауков надо опять идти, блядь, искать, где они тут. Пиздец, блядь. А, ну это... Бухай сразу, ёптать. Сейчас найди, блядь, где эти пауки, сука. Сейчас еще и сдохнуть бы. Сейчас вот сдохнуть в самый раз будет, короче, вообще. Так, подожди-ка, блядь, пауки. Вот, по-моему, куда-то вот сюда они, блядь, да, эти пауки ебаные. Где-то же здесь они сидят, блядь. Да-да-да, вот они. Ублюдки мелкие, так. Все нахуй, я весь опыт к себе вернул. Там еще недовольная, блядь. Так, туда это не туда. От седа я вышел. Туда мне не нужно. Так вот, подожди. Я ж могу, блядь, туда пройти через этот. Да?
Там, блядь, летает, там ждет, когда я к нему подойду. Ага, я сейчас так прям взял к тебе и пошел, ёптать. Я нахуй больше делать ничего, как к тебе там, брать, идти. А, стой, у этого ж надо... Вот этой дубиной его ебать. Мечом, мечом почему-то он это... Не берется мечом его. А вот этой дубинкой нормально вообще бьется. Здесь, бля, мне где-то надо перелиться, а то получается сейчас это профукаю еще нахуй весь опыт свой. Ключ от правого крыла, блять. А где там ваше правое крыло? Так, что-то у меня такое чувство, что здесь какой-то стоит дандук. Достаточно мощный твой оказался. Опа. Я так не играю, нах. Скотобаза. Зелки есть, пей, ёптать. Кого нам тут? Так, а, ну все, по-моему, да, я. По-моему, я, короче, пришел куда надо. Вот. Так, да, вот сюда. Это опустилось вон этот упокоитель там. Но прежде чем туда пойти, мы сейчас... Сделаем то, что надо сделать. То, что надо сделать. Ну, не в плане этих отпиздить, а вот в плане... Вот здесь вот надо сохраниться и перелиться. А, вкладываем все, что есть в... Давай-ка мы в силушку, в богатырскую вложимся. Блять, урон не подрастает, да? Тогда мы выносливость. Там, если урон не подрастает, то тогда выносливость. Блять, только 9 этих банок. И... Пойдем пытаться драться с этим головозадом. Танчиком, упыречечком. Твоя дура такая, блин. Как ты там уничтожить? Yeah.
Понятно, блядь. Понятно. Понятно, занятно. Ну не, ничего, сейчас. Вроде как бы тактика несложная по нему. Вроде как бы не сложновато. А, это мне, блядь, отсюда все время придется начинать. То есть я буду по чуть-чуть опыта проебывать, короче, когда там буду убивать, да, меня там будут. Когда меня там будут убивать, я буду маленько проебывать опыту. Мне просто интересно, я с этим. Вот, сотрясателя снов. Или, блядь, сотрясатель снов. Ох ты ж. Как же ты, блядь, некрасиво-то поступаешь с гостями. Я так же умею, блядь. А, ну оказывается не так же. Оказывается нихуя не так же. Так, тогда ярость. Копим ярость. Пробить его не получится, блять. Ну, конечно, надо щитом, ебану, рот. Я как этот напролом хуярю, просто иду и все, да. А там же надо щитом. А может вообще тараном надо пытаться его ебашить. Тараном его надо, да, пытаться. А сколько таран будет снимать? Надо ж посмотреть. Ну, как бы так, чутка снимает. И, конечно, не, блядь, не ай-яй-яй. Не миллионы. По 80, ну и то, блять, это ж тебе не это. А сейчас-то ты как, блядь, попал в меня? Не, ну я согласен, что ты там попал в меня, это... Да ну нахер, блядь. Ты что, ебаный козел? Я, блядь, так с тобой не играю, нахуй. Какие-то у тебя ебаные читерные, блядь, эти. Уходим, уходим, уходим. Ебаный в рот, отходи, блядь. Охуеть. Вот это да.
Блять, сразу отнял все здоровье нам. Мудила, блять, конченый. Что ты за папуас ебаный? Как-то, если честно, он, блядь, не это. Не очень такой, блядь, жесткий. Вот серьезно. А, он сейчас будет жестить, да, блядь? Ой-ой-ой, ебаный в рот. Беги, блядь, беги. Что, опять будет, блять, эту? Уходим, уходим, уходим. Хиляемся, блять. Оба она, блять, опять лучик, 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 лучик. Так, так, так. Ну это, блядь, не смертельно, по крайней мере, это не смертельно. Так, бутылочку выпить можно, да? За здоровье. Опа! Все нахуй. У-у-у, ебать! Да ты яичный пиздец какой, я тебе скажу, честно. По тактике как-то, блядь. Реально яичный прям босяра-то оказался. Думал, дольше с ним буду возиться. А он такой прям. Уничтожитель. Я уничтожил уничтожителя, между прочим. 15900 сразу. Вот так-то. Запечатана руна. Молния, молот. Молния. О, вот тут. Раз ты там не среди первых, то и... Нехер даже тебя искать, да? Только подожди, хотя молния, что за молния? Давай-ка хоть глянем просто. Так, ради интереса. А, мясник, правосудие, боль, крик, сопротивление. Молния. Где, блядь, молния? Охренеть, это вообще где? Когти, кровавые, мартыр. А, вот молния, 140, да, у тебя? И 230. О, блядь. Ни о чемка. Ни о чемская хуйта. Ну, понятно. Будет сейчас там по полчаса, блядь. Что, давай входим? В очередную дыру какую-то лезем. Что у нас в этой дыре ждет? Открой глаза, Харкин. Ты пришел сюда, чтобы умереть на руках у Бога? Зачем сражаться? Но я могу тебе много научить, могу показать тебе вечность. Ты первый, твой первый бой был посвящением. Владыка, отправленный мной, не ждал, что ты окажешься ему равным. Да сейчас-то я его вообще, блядь, на изи разорвал. За 8 минут я его положил со второй попытки. Ну, вроде так, да.
где ты? Покажись. Later, ты уже сражался с ним. This one on the battlefield. Командующий, мясник. 6 попыток я предпринял, 29 минут я с ним трахался. Ты сражаешься с врагами, потому что считаешь их своими врагами. Ты не видишь их истинной природы, их цели, их истинного величия. Падший. Так, что за падший у меня? Падший 33, да? Так, а что, подожди, а что, почему у меня доспехи-то? У меня же было 140. У меня же было 140, я что, блядь? 143, ну, а зачем действия у меня? Я не говорить с тобой пришел. А еще ты победил этого владыку и его приспешников. Какого? А, да, шипастый. 24 попытки, охуеть, 44 минуты. Убить с помощью шипастых. А, убить с помощью шипастых, ты дала поклонник. Посмотри на себя, Харкин. Ты не изгнанник, что тебя бросили в тюрьму, заклеймили, забыли. Падшие. Еще сапоги, падшие их мне. Падшие сапоги. Заебись. Ты больше похож на Рогара, чем меньше чувствует твой гнев. Ты злился, убивал Драмир. Ты же Рогар. Я? Нет, я не Рогар. Для тебя нет места в этом мире. Давай еще брони, сразись со мной. Тебе удалось отразить все атаки воды, это впечатляет. А этого за сколько? А, 18 минут. 18 попыток, 25 минут. Рогары не чудовища. Они рождены из твоего гнева, твоего страха и твоего стыда. Это не демоны, Харкин, а зеркала. Да, сейчас наговоришь мне там, блядь, зеркала там. Все, мол, типа в таком роде. Ой, я сейчас, блядь, мощный доспех собираю, оказывается, да? Они показывают людям их собственное отражение. Че, правда, что ли? Ты лжешь, ты лжешь. Ты сражался с каждым из чудовищ, что старые тебя на пути. Ты даже убил последнего из воды, возглавлявшего наступление на цитадель. Когтистый палец. 2 попытки, 5 минут. Антонас сказал, что вырвет зло из человечества. Так, давай еще предплечье оденем. А чё б не одеть-то раз? А, это посвященный, подожди. Кого падший? Вот тяжелый доспех. 160. Это все детский лепет, как можно отделить день от ночи? Отделить день от ночи? Или жизнь от смерти? Добро не может существовать без зла. Ну, блядь, мы сейчас говорим про отделение или про существование. Ты играешь словами, чтобы они... А ты принес войну мне, победил моего стража. Войну подпитывает твою ярость, младший брат. Твоя ярость, младший брат. Да, я этого отпиздил, и чё? Убить с помощью шу 19 попыток. За 10 минут я его убил. Он нарушил природное равновесие, создав при этом хаос. Пытаясь победить то, что он называл злом, он вызвал Рогаров. Неужели ты не понимаешь? А можно какой-нибудь тут еще меч какой-нибудь, там оружие какое-то охеренное сюда? С каждой битвой Рогары становятся сильнее. Война может привести лишь к разрушению, к вашей гибели. Я даже думаю, не этого ли хотят люди. Антонас сунулся в дела, которые ничего не понимает. Он погубит всех, если он не сдамся.
Высын враг Антанас. Он боится всего, что не понимает. Того, над чем не властен. Крипторез. Три попытки. Он смотрит на людей вроде тебя со всеми страстями, страхами, с надеждами, мечтами и видит пороки и изъяны. Видит грешников, которых нужно спасти. А мне что показалось, что я этого с двух попыток убил. Он полон ненависти, хотя должен быть полон снисхождения. Он считает то, что может править, получив силу, равную силе богов. Но он порочен, как и все смертные. Сколько у меня? 17 тысяч опыта, да, есть. Но его вообще ни туда и ни сюда. Лица не пришей, где рука. Зачем ты служишь человеку, который тебя ненавидит? А ведь он ставил бы тебя гнить в подземелье до конца твоей жизни. Весь мир горит, Таркин. Антанас его спалил. Спасти не сумеет. Это не по силу человеку, только Богу. Обратно в мир меня вызвала гордость и разрушительная природа Антанаса. О, блядь. Что же, драться будем? Я нужен тебе, Харкин, я нужен тебе. Позволь мне тебе помочь. Посмотри на Антанаса, пойми же, кто он такой. Дай ему уничтожить тебя. Ты получал силу от врагов, и теперь ты такой же, как они. Я покажу тебе выход, и я дам тебе подарок. Подарок, который позволит тебе передать мне душу Антанаса. Этот подарок поможет восстановить равновесие. Нет, выбор за тобой, Харкин. То есть, блять, мне руна Адыра, руна силы, а нахуй она мне нужна? Физический урон. А-а-а. Касло. Касло, это ты? Здравствуй, Харкин. Что это значит? Ты Адыр? Нет, Харкин, я не бог. Но я не человек, которым ты меня считал. Кто же ты? Тогда скажи, кто ты? Следует равновесие. Я страж по равновесию. Я не служу ни Антанасу, ни Адыру. Я истинный судья. Зачем я здесь? Ты заставил нас разобраться, чтобы хаос и насилие стало больше? Зачем? Ты такой же варвар, как и владыки Рогаров. Без тебя армия Антанаса была бы надежно слабее. Владыки Рогаров быстро бы ее уничтожили. И весь мир погрузился бы в хаос. Где Адыр? Почему он не сражался? Тысячи лет назад Адыр уже выходил на бой. Тогда мы его и победили. Он усвоил урок. Есть не один способ победить на войне. На тебя Адыр оружие не поднимал. Но он предложил тебе выбор. Значит, ты должен стать пешкой спятившего потомка судей или спятившего бога? Кому же поверить, человеку или богу? В этом загвоздка. И кому ты поверишь? Что это за руна? Я не знал, что корона вообще может существовать. Она обладает огромной силой, и лишь владелец может решать, как ее использовать. Что еще? Что дальше? Это, Харкин, зависит от тебя. Вернись в цитадель, найди Антанаса, там поймешь, что делать. Здесь мы с тобой прощаемся, Харкин. Больше я не буду твоим наставником. Подумай, Харкин. Ты упал во тьму и отчаяние, потом возвысился, обретя прощение. Ты знаешь, что даже надломленные и испорченные люди могут обрести спасение. Загляни внутрь себя, Харкин.
Поищи ответ там. Теперь мировое равновесие в твоих руках. Охренеть, ты мне тут, блядь, понаговорил такого всего. Загляни в себя, блядь, теперь ты там этот. Все от тебя зависит. Нихуя вы меня тут подписали, ёптать. Пробиться обратно в цитадель и поговорить и сойтись с Антанасом. В смысле сойтись, блядь? Осколок с очком заклинания. Зачем мне заклинание? Как понять сойтись? А мне с ним драться, что ли? То есть мне уже нету выбора? То есть мне придется с Антанасом драться однозначно, что ли? Или что, блядь? Так, а тут что-то новенькое или что? Просто я что-то маленечко не понял. Ну, я сейчас вот сюда. Приготовьтесь. Приготовиться. Сражайтесь. С кем? А, есть, да? Подожди, здоровяк, сейчас я и с тобой нахуй разберусь. Ты хочешь что, подраться, что ли? Ну давай, ебать, иди сюда. Все, нахуй, на. Приготовьтесь к следующему раунду. Готовлюсь. Так, давай, знаешь, что мы возьмем? Нет, зачем мне основная? Крипторез, вот. Сотрясатель снов. Возьмем. Да, я приготовился, пошли. Начали. Приготовиться. Так, вон там вижу. Тут всех вижу. Готовиться к следующему раунду. Окей. Давай. Так, там вон. Ой, блядь. Там этот колобок, да, блядь? Ебучий. Ах ты ж сучка. Я, блядь, забыл, что ты это жестко шотаешь. Забыл просто на. Так, ну раз ты меня убил, надо перелиться, значит.
тебе уже тоже пиздец, да? Сейчас эта херня у меня зарядится. Так, там, там и там, да? А, в смысле сражаетесь? У меня еще... Не это, блядь, не с... Так, не, сейчас-то я однозначно буду силу прокачивать. Ну давай этот Дундерклюмпин прокачивайся чудненько. Так, теперь мне надо сейчас, подожди, вот так вот, вот эту штуку взять. Да. Бухнуть. И начать. Вот и все. Так вот сразу и надо было их пиздить, гадов этих. Награду отдайте мне. Награда, где моя? Алло, алло, гараж, где награда? Пиздец, блять, а чё? А где награда-то? Алло, ёптать. Ёптать. А, вот сундук выпался. Чё вы тут меня чем-то угостите? Ну, блядь, чё, взять не может. Заклинание готово. Взяли. Парадный осколок с очком заклинания. Парадный двуручный топор. Так, парадный двуручный топор. Не то с очком показателя. Бля, это вы мне зачем, да?
некого больше, некуда развивать. Силушку. Ну, блять, он все. Вес снаряжения мне. Так, а тут я вижу руны есть. Ну, точнее, не руны, кузнец. Кузня тут. Где тут я кузню-то видел? Вон она. А это значит, что мы сейчас... Обычно жить руна. Инструмент пауза, что может создать и разрушить. Прекрасная, да? It can destroy. It's beautiful. Что это за руна? Tell me about the rune. Расскажи мне про руну. It's unlike anything. Не похоже ни на что. It contains everything. Power born from weakness. Слабость weakness turned into power. Thanks for the explanation. Спасибо за объяснение, наверное. I guess. Оружие. Используй трон для моего оружия. Я отправлю душу Антонаса Кадыру. Оружие хаоса в оружии хаоса. Да, это любопытно. Yes, I like that. Да. Do it. Давай. Использовать руны. Да, блять, ну ты мне оружие это... Артефакт. Это глефа. Кодекс. Последний завет. Клинок элитного бойца. Бля, может мне лучше в доспех или в щит попытаться воткнуть. А. Так, я, по-моему, вот с этим хожу, да? Или нет? Блять, с каким я щитом-то хожу? Нерушимый строй, каплевидный щит. А. Так у тебя тут рун нету, ёптать. А я вот сюда, да, в тебя воткнул. Три стойкость. Ну, стойкость... с тобой. Блять, ну мне вот в орудие, конечно, воткнуть хочется. Двуручный, меч. Просто 50, блядь. Не знаю, конечно. Что тут, да как, блядь? Хуйня, конечно, какая-то. Так бы вот, блядь, в хребторез бы. А чё? Я думал, выйти теперь не могу. В хребторез руну бы если ставить, то было бы заебись. А без хребтореза... Хуйня полная. Так, мне сейчас надо пробиться к башне.
Да. Опа-на. Ух ты. Ух ты ж, здрасте. Да блять, как так-то ты промазал? Thank you.
Ай, ты ебаный в рот, блядь! Я-то думал, он у меня ярость въебал. А хуй-то там оказалось, да? Да что ты, блядь, стал-то там? Упоротый ты, блин, дурачок, глебал. У меня хилок не осталось.
Два на одного, блядь, козлы, охеревшие. Не очень-то, да, получилось справиться? Заблудшие братья. Хотя, блядь, это... Запечатанная большая руна. Защитник кулач. Щит. Ух ты. Требования к ловкости 15 надо. Ёбаный в рот. Ну ладно. Видно, не судьба. Держи предатель. Я предатель? Схуяли, я предатель. Вы чё, блять, мадафакеры? Алло, блять, а схуяли я предатель нам достал, а? Ёбаный ты носорог, блять. Нахуй, я сейчас сюда зайду. Тут, блядь, хилка есть, ёптать. Тут хоть худо нихуя, но, блядь, перелив есть. Чё себе вы, блядь, предателя нашли, блядь, охуели. Схуяли я предателем-то стал. Ага, с какого перепуга я, блядь, вдруг стал предателем? Хера вы тут, конечно, пляшете, молодчики, блядь. Так, ну чё, теперь таран надо брать, да? Монахи такого не заслужили. Дали какой-то эликсир. Он их переменил. Сначала они качали боль, затем упали и лежали без движения. Потом они стали расти. Одного хватило пламя, а второго вспыхнули молнии. Я сбежал. Не смог смотреть. А, это он про этих говорит, да, которых я там убил. Назовем их Люся и Дюся. Опа. А, так ты трусливая мразота, да?
Так, ну, по-моему, нихуя не туда. Это, по-моему, на выход на улицу. А мне-то надо здесь пошуршать. Сломалась, да? А это что открывает? Хер пойми, что? Или что-то открывает? Ну, давай-ка вот сюда заглянем. Потому что я там не был. Бля, опять испытание, да? Не, ну я-то... Не то, что я против, там, я как бы типа за вообще. За, потому что перелиться можно. И что? Кто здесь опять? Кто у нас будет? Ой, ёбаные пауки. Переходите к следующему. Сейчас только это отхилится у меня и перейдем к следующему. Снова пауки. А, нет, духи, блядь. Духи. Приготовиться к следующему раунду. Окей. Готовимся к следующему раунду. Так, там щитоносец. Тут... А, всего два? А, так тут два этих, блядь. Ебанутых мандавошки. Блядь. Ах ты ж ебаный пи... Блядь, я ж забыл, что он взрывается. Ебаный в рот. Ладно, похуй. Так, окей.
одолели. Да, блядь, ну что ты постоянно-то тут забрать не можешь своего владыки тяжелый. Владыки, 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 тяжелый молот, да? Что за владыки? Владыки. То есть у него кучеряви, да? Владыки. Так, подожди, правосудие. А почему у тебя? Так, опа, у тебя правосудие, это что, поприкольней? Поприкольней. А, вот у меня была отметина. Хребтореза, поприкольней хребтореза, да, получается? Так, хребторез. Тогда мы из избранного убираем. А вот правосудие. Избранное добавляем. Ну, нормально. Что, если 146? А, у него еще модификация силы есть. Да, и... Ну, нормально, нормально. Энергии, правда, конечно, дохуя ты жрешь. Но... Я думаю, смогу с этим как-то, блядь, смириться. Пережить я это смогу. А что, у тебя дамаг хороший? Главное, что хороший дамаг, а остальное это все, блядь, пережить можно. Так, а куда мне теперь сейчас погреба? Солдаты, если этот гнусный бандит Харкин сможет соединиться вместо его замковой камни, убейте его, он вступил в город с божеством, презрев закон человечества. Когда я успел поступить, я лично награжу того, кто его убьет. Когда я успел-то, блядь, в сговор с божеством вступить-то, ёптать? Алло, что за хуйню-то ты мелешь там, дорогой? Traitor is coming this way. Prepare yourself. Солдат. Окей. Вот он, гад-то, блин.
по-другому не скажешь. Оболгал меня. Оболгал меня, ёптать. Оболгал. А это? Сундук заперт. Сучка. Заперт еще сундучок. Воу-воу-воу-воу. Прикольный меч, да, получит у нас? Поинтересней. Позабористей, позадористей. Ага. Вот пиздец прям. Контратаковать будешь, да? А как тебе такое, блядь? Ёбаный ты, блядь. Шайтан, сука. Хотя нахуй я сюда? Зачем я сюда вот иду, интересно? А? Вот зачем? Тут же, блядь, нету ни того, чё, того, что мне надо, тут нету, или того, кто мне нужен, тут, блядь, нету. Северное крыло. От северного крыла у меня был ключ, я типа взял, да? Зачем мне северное крыло-то? А? Нахуя вот я сюда иду? Этот же хер там наверху сидит. Вот зачем я сюда иду тогда? Если его здесь нет. Так, ладно, выпьем. До храбрости. Все собрано, ё-моё. Нахуя? Нахуя я сюда? Не, я сейчас выйду, блядь. Они все на обратном пути у меня опять-таки появятся.
Нет, так что нет, нахуй. Никуда я выходить не собираюсь. Я тут исследовал это крыло, оно мне не понравилось. Вот я сейчас сделаю переливчик. Очки пока покопим. Не знаю, я бы, конечно... Опа! Человек-туман, да? Похож на обман. Вниз нахуя мне? Сюда мне ж не надо. А, тут, блядь, тут этот гамадрил, блядь. Любитель, блядь, двуручных мечей. Иди нахуй. Чуть не сдох, сука. В принципе, какие это тварина. Тут тоже чуть, блядь, не загнулся. Бля, нахуй я сюда иду? Кого я тут ищу-то, блядь? Этот же Анадыр или кто он там? Анадар, ёптать, или да, как он? Анадыр? Ой, нет, Антанас, ёптать. Антоха, короче. Антоха, вот. Антоха же он вообще, ёптать. Не здесь находится. Только сейчас еще к Антохе придем с этими. Так, давай вот так. Молитва, ярость и таран. Я знал, что ты нас предашь. Доставай оружие. Я достал. А я смотрю, ты прям любитель, пиздец, да, напасть-то, пока я прогружаюсь. Теперь тебе уже не кажется, что напасть на меня хорошая идея? Честный человек выполняет приказы, держит свое слово. Но что? Что об этом знает предатель? Что об этом знает предатель? Ты ошибаешься. Я не предатель. Подонок всегда подонок останется. Давай, закончи начатое. Я открылась мне как будто охватывает горы. Адыр все еще жив, Фарагар все еще атакует. Значит, Харкин либо мертв, либо предал нас. А предатель заслужит кары, каждый знает, что надо делать. И я знаю. И ты знаешь, да? Вот сука, он меня предателем выставил, мразь такая. Он сошел с ума, все пропало. Мы обречены. Ну вот это, она дырь, да? Дырка, то есть, блядь, этот с ума сошел. Блять, и этот монах теперь, что ли, тут драться собрался со мной. Я как бы с монахом-то не собирался драться. Давай, иди сюда, чё я там, сейчас опять монаха должен убивать, ёптать. Того, что ты очкуешь ко мне подойти. А,
учится сундука из планетария. Ну ладно. Ключ от сундука из планетария. Блин, а тут где-нибудь этот бы. Планетарий же где-то здесь, да, был, по-моему. Так. Мои видения не лгали, Харкин достойный человек. Он отвернется от Бога. I saw him thrown into a pit, punishment for unspeakable crimes. Yet I trusted the visions and set him free. I'm glad providence has led me to the end of this very path. Так, планетарий же это здесь, да? А что тут солдаты такие зачмырённые сидят? И это вот здесь ключ от этого сундука? Нет, не от этого. Стос, блядь. Кто там поёт-то, ёптить? Бля, у меня уже опыта прилично, 11 тысяч. Попался на пути тарана. Может, этот сундук открывается? Вот точно, смотри-ка. Что здесь? Меч стража. Сейчас, может, это самый крутой меч, какой тут мог быть вообще? Уже нет. Похоже, что вообще нет. Тридцать одна силы нужна. Что вы прям, ребята, прям пошутили, да, я смотрю. Не смешно, прям так. Пошутили, не смешно. Ну и чё, вот я здесь, бляха-муха. А чё, кого, куда? Сражение с Антанасом в цитадели. А где, ёптать, как? Или мне надо подняться... А, в цитадель, не в планетарий. То есть на самый верх туда подниматься, там буду я с ним драться, что ли, да? Так, а этот тоже я не открыть не могу. Этот заперт и тот заперт. Ну, пошли выше. А, ну отлично, здесь есть. Мне главное опыт перелить и все. Чтоб не это. Давай силушку тогда. Силушку вкачаем. О, ну да, похоже сейчас. Вот-то ты, блядь, какой ты мудак-то.
Антанас называется. Так ты тварина конченая, оказывается, Антанас. Да. А это судья, блядь, ничего себе. Ох ты ж. Ох, блядь. А. Все, игры кончились, да. Так, я думаю, надо здесь против него, блядь, просто ярость использовать и все. Бахнуть ярости, блядь, маленечко. Точнее, ебать, вот магический осколок. Да? Ты куда убегаешь-то, сука? А, ты своих упырей на меня натравил, да, мразота, блядь? Охуеть. Он на меня своих тварей натравил, а сам съебался. Туда, да? А, так я не бахнул, блядь, эту ярость. А я-то думал, бахнул и это. Я думал, а чё же ты, блядь? Чё же ты? Не дерёшься так. Да блять!
Сука, на каком бы там против... А, там, скорее всего, надо поворачиваться к нему ебальником и щитом это отгораживаться, да? Блядь, ну что ты за тупой-то, это пиздец. Его не надо его пытаться с это сразу отпиздить. Серенок-то у меня не хватает его сразу отпиздить. Не хватает серенок у меня его сразу отпиздить. Сука, хилишься что ли, тварь? Ну, 48 это не серьезно. 48 это пиздец вообще. Ладно, я, короче, предлагаю тогда на этом закончить. На этом закончить сегодня. Уже добью я его потом в следующей серии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваш лайк, пишите комментарии. Всем пока. До новых встреч.